захотелось мне продолжить эпопею про в моей живописи, про балет. Вот на днях увидела у Ильичевых фотку пуантов, их картины, и на эту тему мне очень понравилось, как они разыграли эту тему с пуантами. И попробую, ну не скопировать, конечно, а что-то свое, но все-таки свое отношение к балету еще с детства. Как я любила балет, но как мне его отец запрещал смотреть. Он даже отрывал вилку от телевизора, чтобы я не могла включить в розетку и посмотреть балет. А раньше частенько его показывали. И, в общем, тогда же Райкин очень про балет вот это рассказывал очень. Неприятное, что типа можно динамо-машину прикрутить к ноге балерины, чтобы она напрасно не крутила на сцене финтифлюшки, а типа вырабатывала электроэнергию. И еще вот такие балетные истории мне понравились у Сахарова. Увидела у него как-то в обучающем видеоролике вот такие балеринки на эту тему. Тоже хочется продлить. Что-то я всегда откладывала, а сейчас у меня остались только маленькие холстики и вот как раз для балетных историй. Вот такая пачка у нее розочка. Я ее назвала балерина розочка. И розочки на сцене ей бросили. Вот так.